Так, продолжаем распаковку моей огромной посылки из Таиланда. Это я не буду распаковывать, просто покажу. Это я себе заказала 0,5 килограмма матума. Тоже мы готовимся к сезонным простудам, к гриппам. Матум, он очень здорово снимает кашель, улучшает состояние легких. Вот, так что теперь у меня есть что заваривать в термосе вместе с шиповником. Можно с эмбликой, можно с шиповником. Вот, ура, у меня есть теперь матум. Здесь это я заказала шампунь для активации роста волос. Тоже много о нем слышала, когда жила в Таиланде, не пробовала. Сейчас у меня, мы начали с ним работать по просьбе наших постоянных клиентов. Вот. Открывайся, давай. Сейчас я его еще надрежу немножко. То наши тайцы делали упаковку для DPD. Вот. Запаковали так, чтобы даже если он пролился, чтобы посылка не пострадала. Вот. Это шампунь для активации роста волос. Ну, тоже попробуем, поделюсь потом результатом. Это у меня что? Я, честно, пыталась несколько раз купить на рынке российской, да, что я смогла, что мне было доступно средство для волос. И в итоге я осталась очень разочарована, так не смогла подобрать себе ни шампунь, ни маску, которая бы мне подошла. Поэтому вот сейчас я себе из Таиланда заказала кучу средств. Это у нас шампунь, да. Шампунь на основе бергамота или кафирского лайма для жирных волос. Вот у меня с этим шампунем очень долго голова не жирнится. Вот, поэтому я себе заказала уже проверенное средство, которое я хорошо знаю. Вот, так что я теперь... Ничего, он очень клево пахнет. Вот, ура, я теперь с шампунем. Так, смотрим, что у нас еще. Это тоже я попробовала, решила попробовать косметику на основе улиточной сыворотки, тоже на корейская. Тоже незнакомый мне товар. Мы работали с сывороткой от этой компании. Вот, это эмульсия по уходу за лицом. Вот, так что буду пробовать. Потом тоже поделюсь впечатлением. А это золотая маска, я уже отсюда вижу. Тоже интересно попробовать. Здесь есть товары, которые я уже знаю и люблю. И также есть новинки, которые я еще не пробовала, и которые мне очень интересно протестировать. Да, потом, если мне понравится, я сделаю более подробный видеообзор, где буду показывать, как она в применении. Вот так она выглядит, прозрачный тюбик, уже видно структуру маски, ее консистенцию, такая она интересная вся, блестит, переливается. Вот, от впечатлений потом поделюсь. Покажи здесь. Также, как обычно, по традиции, в посылке много капсул. Вот, о них я тоже отдельно расскажу. Это вот кокосовое масло. Тоже не буду распаковывать уже. Это 0,5 литра себе заказала, потому что здесь я пыталась покупать местное кокосовое масло, и в итоге мне качество не понравилось вообще. То есть, когда оно тайское кокосовое масло, когда оно застывает, оно становится твердым. А местное, которое я купила, там было производство Индонезия. Оно превратилось в желе, то есть видно, что масло с какими-то добавками, то есть оно не стопроцентное, и в пищу его употребляется, ну, как бы не очень разумно. А это вот масло, на нем можно и блинчики жарить, также на нем можно массаж делать. Для клиентов с особо чувствительной кожей вот масло застыло, потому что у нас уже на российский похолодало, и уже масло застыло. Ладно, распечатаю, покажу. Вот. Масло, кстати, тоже новый бренд, многие наши клиенты хвалят, здесь даже есть текст на русском. Так что тоже попробую. Надеюсь, что оно меня не разочарует. А дальше это масочка для волос. Это моя любимая? Да, это моя любимая термозащита. Эта маска мне очень классно подходит на основе кокоса.
Я у родителей здесь нашла просроченную, радовалась, как ребенок, с удовольствием мои волосы ее скушали, сказали большое спасибо. Вот, на этой маске волосы очень такие блестящие, классные, шелковистые, на основе кокоса. Так, полностью скрывать не буду, потом лучше сделаю отдельно видеообзор. А, эта маска новая, я еще не пробовала. В России она продается за каким-то заоблачным деньгам. Потому что здесь есть товарищи, которые зарегистрировали здесь торговую марку, заявили на нее права в России. И продают ее здесь очень большой наценкой. А, торговая марка Крузет. Вот, Дженси, как Дженси по-русски? Женьшень и 7 трав. Вот, я ее еще не пробовала, но после того, как я увидела, по каким деньгам ее продают здесь, и люди покупают, и есть хорошие отзывы, я решила ее тоже попробовать. Она уже тоже есть в нашем ассортименте. Это у нас что? А, это еще одна маска, которую я решила попробовать. Не помню, какая это маска. Сейчас распакую, посмотрю. А, это Дема. Это маска, которая активирует тоже рост волос. Вот. Тоже у нее очень интересное описание, очень хороший состав. Здесь и имбирь, и куча всего, и женьшень. Вот, так что я взяла себе, чтобы ее попробовать. Она тотальное восстановление ослабленных волос, плюс активация роста волос. Вот, тоже потом поделюсь впечатлениями. Ага, это у нас лемонграсс. То есть, да, у нас недавно... Это я тоже маме решила взять, чтобы маму побаловать. Очень удобно эту специю добавлять в блюдо, потому что лемонграсс, как чай, его только можно в суп добавить. А вот дробленый лемонграсс, его можно уже добавить в любые блюда. Можно и мясо замариновать, и в рыбку добавить. Так, еще давайте покажу вам две масочки, потом перейду к капсулам. Так, ага, эта масочка такая же тоже с кокосом термозащиты, которую я уже показывала. И это из той же серии еще одна маска. Только с экстрактом клитории, которая активирует рост волос, пробуждает спящие луковицы и предупреждает появление седых волос. Вот, она мне очень нравилась тоже в Тае. Здесь вот у меня начали выпадать волосы от смены климата, от смены воды, поэтому я решила в этой закупке запастись средствами для восстановления волос и остановления выпадения. Вот Hair Fell Defend. Это значит, что она специально для остановления выпадения волос. 6 штук Фаталай Джона. В DPD можно заказывать не более 6 одинаковых позиций. Вот, у меня здесь семья из 5 человек, плюс еще муж и ребенок. И для всех я взяла Фаталай. На всякий случай, вдруг мы подхватим какой-то вирус, там, обо что бы постучать, чтобы это был не коронавирус, но мы уже спокойны, мы знаем, что у нас есть Фаталай Джон, и в любом случае нам это все как бы будет не страшно, потому что на Фаталай Джоне все вирусы переносятся с минимальными симптомами. Даже если заболел, пьешь 2 дня ударную дозу, и как бы болезнь сходит на нет. Вот, так что наша противовирусная защита для всей семьи пришла. Плюс я заказала Плукхао. Плукхао тоже помогает при вирусах и там также при бронхите очень хорошо помогает Плукхао. И входит в список трав, которые рекомендуются для Министерства здравоохранения Таиланда при коронавирусе. Вот, мамордик это у меня сестра заказала. Не помню уже с какими целями. Да, вот несколько капсул мамордики, это для сестры. Это магнезия и с витаминами группы В. Это я себе взяла. Это очень хорошо восстанавливает нервную систему. Магний с другими микроэлементами. Сейчас его... Вот, магний. Ага. Магнезиум комплекс с витамином В от Вистры. Вот здесь уже видно. Не буду его полностью распаковывать. Мама уже ужин зовет. А я своими баночками копаюсь. Вот. Ага, 2 упаковки магния и еще Плукхао. Вот. Это был краткий обзор того, что я себе заказываю из Таиланда. Позже я буду заказывать видеообзоры по остальным товарам. Ну, не по остальным. То есть отдельно потом по каждому товару я сделаю видеообзор. Особенно те, которые я еще не пробовала. И пока поделюсь своими впечатлениями. Вот это вот моя прелесть из Таиланда.